канал Антонина Мир Чудес. И мы сегодня, 29 декабря 2022 года, отправились в Геленджик, к новогодней елке. Мы отдыхаем в санатории Архипа Осиповка, но здесь для детей, конечно, развлечений много, но хочется более таких вот обзорной экскурсии хочется. Вот мы отправились на обзорной экскурсии к побережью моря Геленджика. Там очень красиво мы были. Сегодня погода солнечная, два дня были ливни. Это гидрометцентр, я сейчас вам расскажу. Покажем, как там дальше. Серпантинную дорожку. Вот такой горный пейзаж красивый. Наше путешествие.
красивые горы. Продолжаем наше путешествие. Вот это горные районы, все показывает. Вот, погода солнечная, солнце встает. Настроение действительно сразу меняется. Солнца не хватает нам сейчас, да, в зимний период. Вот здесь оно есть. Тоже периодически. Между ливнями. Морозная, мы это рейс 9:30 мы выехали. И сейчас в районе 10. И видите, здесь еще иней. Вот спасибо водителю. Он поднял желез. Это мне не видно. И продолжаю вам показывать. Экскурсионные автобусы пошли уже навстречу. Вдоль горной речки, которую вот мы сейчас показывал, тоже просыпается туман. А, конечно, серо, да, все вот серо, но красиво. Горы. Все равно красиво.
забыла сказать. Время пути архипелаг Геленджик 1:30. Всех, кто был весь год на моем канале Антонина Мир Чудес. Чудеса продолжаются, и я всем желаю приятных новогодних праздников и хорошего настроения, потому что серпантинная дорожка уже заканчивается почти. И я всем желаю только исполнения ваших желаний. Поддержите канал, если вы первый раз на моем канале. Я выкладывая. Но январь, конечно же, не успеваю, потому что я в путешествии. И таро прогнозы будут на февраль. Но я периодически все равно выставляю видео. Заходите, смотрите. И я рада новым друзьям, новым подписчикам. Путешествуйте с нами. Иней вот даже на территории санатория также вот уже посыпано было, подмораживало, видимо. Но я уже основной, как весь путь вам показал. И всем желаю приятного просмотра, потому что мы уже вперлись за грузовиком. Это будет долго. Он где-то там вот медленно поднимается. Где-то подъем здесь вот такой вот. Почти весь перевал я вам уже показала, скоро уже будет. Здесь на солнце подтаивает. Всем желаю приятного просмотра. И смотрите, как круто, круто. Только хочу выключить вот такой вот такой крутой поворот у нас. Сейчас покажу. Сразу ехали-ехали. И на 180 градусов в другом направлении поднимаемся. Вот здесь вот здесь посыпано, конечно, все. Вот так, смотрите. Вот так поднимаемся. Вот. Поворачиваем. И там вот ступенечкой поднимаемся. В гололед, наверное, все-таки здесь экстрим.
И дальше так. Ну, грузовик нас, конечно, держит. Ну, здесь, конечно, посыпано очень круто соль. Так что безопасное движение здесь обеспечено. Если вы путешествуете на своем автомобиле, то здесь аккуратно следят за проезжей частью. Потому что туристов сейчас под Новый год много отдыхающих. И наверняка на своих автомобилях приехали отдыхать. Вот, видите, тут крутой спуск, подъем. Вот так. Самый такой вот крутой перевал. А в сторону Туапсе, то там еще круче. Здесь помягче, скажем. Этих обрывов таких нет. Ну, тоже есть, конечно, глубокие. Ну все, друзья мои, до новых видео, пока. С вами была Антонина Абрамкина, и до новых видео, пока.